Секретарь СНБУ Андрей Парубий подтвердил, что 17 июня в Луганской области погибли 4 бойца из батальона «Айдар», сформированного из бойцов самообороны Майдана. Как сообщается, под Луганском 17 июня завязался ожесточенный бой. Члены незаконных вооруженных формирований понесли ощутимые потери, но также и погибли украинские бойцы. Ранее батальон «Айдар» в ходе антитеррористической операции освободил от боевиков город Счастье в Луганской области. По итогам зачистки было уничтожено более 58 боевиков, 100 боевиков ранено.